В Чувашии завершились командно-штабные учения по пресечению условного террористического акта на объектах массового пребывания людей. Практическая часть учения отрабатывалась в Чебоксарах и Канаше. Продолжение в материале наших коллег из пресс-службы МВД. 10 февраля оперативным штабом по управлению контртеррористическими операциями в Чувашской республике под руководством начальника управления ФСБ Сергея Сафронова проведен завершающий этап командно-штабного учения по пресечению условного террористического акта на объектах массового пребывания людей. Целью учения, практическая часть которого проводилась в Чебоксарах и Канаше, явилось повышение уровня профессиональной подготовки личного состава привлекаемых сил. В ходе сегодняшнего учения мы рассмотрели учебные вводные, требующие принятия неотложных решений в условиях быстро меняющейся оперативной обстановки. Отработали алгоритм совместных действий сил и средств группировки оперативного штаба. Как руководитель оперативного штаба считаю, что цели учения достигнуты. В целом положительно оцениваю работу оперативного штаба и должностных лиц. Также в ходе учения отрабатывалось взаимодействие между подразделениями группировки штаба, республиканскими органами власти и местного самоуправления при решении служебно-боевых задач.